Еще пару месяцев назад руководство Актюбинского аэропорта заявило о необходимости повышения тарифов, так как предприятие терпит колоссальные убытки, и доходы уже никак не покрывают потери. Однако на стоимости авиабилетов это никак не отразилось. В итоге подорожали расценки на обеспечение взлета и посадки, а также авиационной безопасности и предоставление самолетам сверхнормативной стоянки. Надо менять все законодательство, потому что там очень много ограничений, что не все затраты, вот что необходимо по содержанию, по предписанию всех этих нас проверяющих органов, мы не можем вкладывать в наши тарифы. То есть эти уже услуги будут за счет, значит, экономии средств, за счет будем стараться, в общем, как-то выполнять, чтобы все-таки соответствовать. Недавно представители акционерного общества подали еще одну заявку в АРЕМ и теперь просят поднять тарифы на услуги по обслуживанию пассажиров, обработку крузов, а также встречу и выпуск воздушных судов. После реконструкции на баланс международного аэропорта передано несколько крупных объектов, в том числе телескопические трапы, на содержание которых требуется приличная сумма, не говоря уже о повышении заработной платы персоналу аэровокзального комплекса. Лейла Дельшинова, Марат Акажанов, программа «Факт».